Всем привет, друзья, с вами Муравейка, и сегодня у нас новый обзорчик сервера. А перед обзором сервера, друзья, у нас есть отличная новость. Моя любимая пчелка Жужу начала стримить. Да, друзьяшки, вы давно спрашивали, где канал пчелы, будет ли она стримить, снимать видео. Ребятушки, вот вчера прошел у нас тестовый стрим, она играла какую-то такую жуткую игру. И сегодня у нас будет новый стримчик, поэтому присоединяйтесь к ней, поддержите ее, и я думаю, ей понравится это. А сегодня я нашел один сервер на list.ks.ru, связался с админами, интересный сервачок называется он «Украинская мясорубка», и я надеюсь, вам понравится, потому что там реально мясо, ребята, вот тут вот мясо прям вот до костей прям мясо. Поэтому перейдем на сервер, и я вам покажу, что там вообще происходит, какие у нас там есть VIP-менюшки. И вообще, короче, что там за движение. Вот, я уже заходил, смотрел, мне понравилось там мясо реально. Мясо такое прям жуткое, что просто вот вообще. Давайте зайдем сейчас и посмотрим. Так, добро пожаловать на сервер «Украинская мясорубка». Лучшая VIP-система, система званий, статистика. Для девушек с микрофоном Gold VIP бесплатно, вы представляете? Так что, девчонки, все в ваших силах. Голосование, поощрение Steam игрокам, удобное меню для обычных игроков. Сверхудобное админ-меню, ну сейчас проверим. Отличная стрельба, РС, сброс личной статистики. Показ урона, отзывчивая адекватная администрация. Новенький античит. Да, теперь без читов играем. Ну, отлично. Ну, мы без читов и так играем, поэтому давайте посмотрим. Карта как раз маленькая, мы сможем здесь пару бацов мяса прям. Сейчас мы, да, где калашик? Калашик, пошли, пошли, пошли. Давай, тро-то-то, первый килл есть. Да умри ты, второй килл есть. Давай, 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 сейчас мы тут разорвем всех. Где тут третий? Так, нет никого, нет никого. Хедшот, кто-то выдал хедшот. Побежали, побежали. Так, есть, есть. Так, ну, двоих хотя бы убили, и то хорошо. Так, движение, движение пошло, пошло. Так, вылезь, вылезь. Давай головешку свою сюда. Ну, давай, вылазь, что ты не вылазишь? Ага, вот ты вылез, только вылез, пробежал. Ну, ладно, ты вот тут, я знаю. Да, вот тут ты где-то. Я знаю, ты где-то там, ты пробежал. Опа, не успел. Так, что-то террористы выигрывают, поэтому нам бы перейти, конечно, за другую команду, чтобы хотя бы какое-то сопротивление было. Оп-оп-оп-оп-оп. Как меня вообще убили. Ну, давайте пока рассмотрим, ребятушки, если успеем VIP-меню здесь хотя бы какое-то. Что у нас вообще здесь есть из менюхи? Менюхи что-то я вообще не вижу. Как у нас вызвать здесь меню? Внимание, граната. Ага, вот у нас есть, да, админское меню. Нашел я, VIP-меню есть. АК Gold, чуджунь. Смотрите, что у нас есть. Золотой пистолет, автомат. А что, по своим можно стрелять разве? Ну, короче, сейчас что-то проверим еще. Так, что у нас еще здесь есть? Оружейка. Муравей. Выдать все. Да что ж так много оружия-то? Жуть, как много оружия. Выдать все, конечно, было прям жутко, ребят. Это можно прям все-все-все там выдать себе, походу. Давайте посмотрим, что там вообще есть. VIP-меню, это понятно. Это вот VIP-меню. В оружейке можно, ребят, выбрать прям вот все-все-все. 8 дополнительно броню вон можно выдать. Щипчики, щит. Есть ultimate weapon какой-то. Вот, не знаю, что это. Но мочилово невероятное. Мочилово невероятное, прям вот, вот прям мочилово. Пошли, пошли.
Так, еще у меня какой-то скин такой даже прикольный. Надо посмотреть, что такое Ultimate Weapon. Непонятно, конечно. Ну вот, Ultimate Weapon, ребятушки, надо понять, что это. М911. А ну. М9. Не туда зашел. Капец. Не то нажал, ребятушки. Команда игрока. Надо перекинуть себя. А чё я за КТ обратно зашел? Команда игрока. Вот так вот. Всё, я за этих должен играть. Что-то я вообще даже выйти не могу. М9-1-2. Просто вот всех позамочил, походу. Вот кто-то Rampage уже заработал даже. Ну, похоже на кого-то читера прям. Мегакилл. Муравейчик может раздать лещей. Печально, когда патроны, ребята, заканчиваются, поэтому иногда нужно перезаряжаться. Давайте проверим РС. Даже счет можно обнулить, представляете? Как-то так, друзья, вот такой вот сервер. И мы с вами можем, в принципе, на этом закончить наш обзорчик этого сервера. Можем, конечно, последний раунд сыграть еще. И, в принципе, на этом все. Сервер интересный, правда. Вот простой паблик, где можно пострелять, зайти, потренировать уровень скилл игры своей. Короче, как-то так, друзья. Заходите на сервер, играйте вместе с нами. Я здесь буду часто появляться. Вот.
Где они гранаты берут? Ага, вот они где-то, где берут их. А я-то думал, где они их берут? И, друзьяшки, на этом все. Мы заканчиваем этот обзорчик. Я надеюсь, вам понравился этот обзор этого сервера. И, как обычно, ребятушки, разыгрываем VIP-статус на этом сервере. Все очень просто. Оставьте комментарий под этим видео, и я выберу рандомно на следующем видео победителя. И этот победитель получит VIP-статус и будет играть с VIP-кой на этом сервере. Всем удачи, ребятушки, и до новых встреч. И пока-пока.